Приветствую, друзья. 29 апреля. Первый день тепло. Пчелки радуются, работают. Сидели, бедные, сидели. Все-таки началось тепло у них. Ну, что я делаю на пасеке? На своей. Ну, более-менее, у кого расплода было много, как бы выравниваю сейчас семьи. Карника вот нормально развивается. И вот решил я в этом году от карники маток вывести. Карнику эту покупал у Никуткина в почпе, у Георгия. Георгий, привет тебе. Пчелы твои нормальные. Вот карника, они как бы стабильно работают, в отличие от других каких-то семей. Вот которая карника у меня просела после зимы, семейка. Я ее как бы расплодом подсилил, и они сейчас выйдут. Матка нормальная, там хорошо сеет. Вот на две сильные семеечки магазины даже уже одел. Что-то несут. Клен гудит. Тут рядом клен растет. Ходил, слушал, весь гудит. Что-то волокут из него. И вот решил я от карники привиться. Вот купил в этом году два такие шпателя китайские. И вот в эту семейку уже заложил на шлифовку мисочки самодельные. Ну, с воска сделал, вот все знают как. Вот на шлифовку закинул. Сейчас буду прививаться, пробовать. Вот такие мисочки сделал. Разные формы получились. Сейчас из этой семейки выберем рамочку с молодым расплодом. Трехдневной личинкой, то есть. Так. Сейчас проверим, ващинку строят, нет. Вчера поставил. Ну вот, наполовину уже оттянуто. Две ващинки оставил. Нормальная семейка такая. Вот от них хочу привить карника. Ну вот, хорошая рамочка. Личинки подходящие, разные тут есть. Вот с этой буду брать. Нормальные личинки такие маленькие. Самобрать. Прививать.
Будем пробовать. Включи свет. Так-то должно быть несложно, по идее. Нормально прилипают сами. Как-то темновато, надо фонарик включать. О, с фонариком лучше. Так, раз, два, три, четыре, пять уже перенес. Поехали дальше. О, в колодце пчелы. Так, рамочку привили. Ставим поплотнее. Будем надеяться, что все хорошо будет. Делаю первый раз, так что посмотрим. Так, друзья, прошли сутки. Сейчас будем смотреть, какой результат по прививке. Семейка сильная, нормально должна сработать. Матку отсадил в соседний улей. Так, на всякий случай вощину тут сбоку оставил. Ну вот, видно, вощинку пытаются тянуть. Вот за сутки уже 20% оттянули. Так. Вот расплод. Так, где наша прививка? Так, вот сейчас прививочную достанем. Злятся пчелки. Ветер какой-то сегодня. Так, вот она, наша рамочка. Так, ну видно, принятые есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 штуки. Думаю, на первый раз нормально получилось. Да, личинку кормят, все отлично. Так, ну вот такой результат на первый раз. Я думал, будет сложнее. Ну вот такие дела. Процесс как бы идет. Буду делать или отводки, или менять у некоторых маток. Пчелки как бы работают, трудятся, летают. Уже трава растет, скоро косить придется. Поилки как-то слабо берут. Ну, тут у нас река, озеро рядом. Так бы им воды хватает. Картошку уже посадили. Все, кому понравилось, ставьте лайки. Выводите сами маток. Всем привет!